Здравствуйте! Я Козырев Артур, ученик Североморского кадетского корпуса 5 Б. 22 июня 1941 года на землю опустился ад. Не было ни одной семьи, куда бы не взглянула беда. Война и коснулась нашей семьи. Мой прапрадед Булдин Иван Владимирович. 10 октября 1906 года, года рождения, уроженец поселка Тамала Саратовской области. Великую Отечественную войну воевал, был ранен, был награжден, вернулся живым, умер в мирное время. Я горжусь подвигом своего прапрадеда.